Так, ребят, всем привет. Продолжаем работать на ферме. У нас утро, новый день. Давайте, значит, отправим новый трактор наш на поле работать, сеять. Опа, такие огоньки интересные, желтенькие, да, а по краям беленькие такие. Или как бы желтые. Так, отлично. Мы, наверное, проедем сейчас. Хотя, ладно. Поедем по дороге. Так, ну, свет, в принципе, я думаю, можно выключить. 7 утра. В принципе, более-менее светло. Так, поехали. Сейчас мы здесь пройдем туда и обратно. Вот. Дальше будет у нас местный работник это все делать. А мы будем заниматься другими делами. Мы будем продавать молоко, ну и другими делами заниматься. Так, я еще никак эти не уберу. Тюки с травой. Вот у этого трактора мне управление больше нравится, чем вот у синего. У него оно как-то не такое резкое, что ли. Тот прям вообще как этот. Не знаю, не нравится мне тот управление, если честно, у синего. Так, ну все, пускай вот он работает самостоятельно, местный наемник наш, местный наш работник. Все, пускай. Раз он освещение не включил, значит, время уже можно и без освещения. Так, хорошо. Так, мы тем временем давайте отвезем пару рейсов. Сделаем молоко, отвезем. Так, а мы здесь так не подъедем, наверное, да? Ну-ка. Ну да, на триггер-то мы не заехали. Тихо-тихо. Да, молока много накопилось. Давайте пока посмотрим, куда нам его лучше отвезти. Так, только не на молок и завод. 2 700. Это у нас хлебозавод.
Либо в райпорт можно отвезти, это намного ближе, по-моему. Пускай там чуть дешевле, но зато я думаю, будет поудобнее туда доехать. Что-то с утра нет никого. Машин. Так, погоди-ка, нам, да, вот здесь поворачивать. Вот здесь, и все, и по прямой. Так, хорошо. 23 тысячи мы получили. Вообще хотел изначально взять, нанять наемника, чтобы за один раз вывести все молоко. Хотя мы, в принципе, наверное, и на зелке на своем могли бы бочку большую тянуть. Как вариант, да? А сколько вообще там осталось? Ну-ка. Сколько там осталось молока? Тридцать три, а у нас, давайте посмотрим, 33, так, не здесь, а вот здесь, сколько она берет, 32, да, вот если такую бочку взять в аренду, сколько она будет стоить, 3,5 тысячи,
3500. И я думаю, мы вывезем за раз потом. Давайте попробуем. Давайте арендуем. Сейчас сразу доедем до магазина и заберем ее. Так, секунду. Так, оп, стой, 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 стой. Да что ж он? Так, а сколько у меня кредит остается? 150. Так, едем в магазин, попробуем бочку эту подцепить. Как уж она будет смотреться, я не знаю, но сейчас увидим. А, у меня что тут, что это стоит? Только подборщик, да? Никак я его еще не забрал отсюда вам. Давайте подцепим бочку эту. Это жесть просто. Да, выглядит, конечно, громовско она. Но вроде тянет он нормально ее, пустую. Сейчас посмотрим, сколько, как он ее будет тянуть с молоком. Так, ну нам надо сейчас задом туда сдавать. Наполняем. Так, сколько ему тут еще? Ну вот этот и еще два прохода, наверное. Да.
Ну да, вот он сейчас уже едет, конечно, очень тяжело. В какую-нибудь горку, мне кажется, на нем и не въедешь просто. Слишком большая для него вот эта цистерна. Сейчас еще ткань повезем продавать. Так что денег снова будет много. Там сколько палетов? 10, наверное, ткани. Отлично. Так, все, да? Все, он там никак не пойму. Вроде не задел тюки. Давайте отгоним его. Быстро он засеял, на самом деле. Вообще быстро. Так, пускай пока тут стоит. Давайте берем КамАЗ. Так, сколько у нас там все-то влезет, не влезет, вот не знаю. Не знаю, давайте возьмем прицеп на всякий случай. Хотя сначала лучше, знаете, что сделать? Сначала, я думаю, загрузить лучше шерсть,
выгрузить ее, да, туда, и уже потом загрузить ткань. Да, так и сделаем. Давайте так и сделаем. Сначала шерсть загрузим, которая тут скопилась. Так, как лучше поставить-то? Наверное, пока вот так вот. Thank you.
Так, где у нас подороже ткань-то? 6-зерновой элеватор, да? Это у нас, по-моему, куда мы возили в тот раз, да, получается, зерновой элеватор. Так, ну что, давайте съездим, продадим. Так, мы, наверное, сейчас подъедем вот с этой стороны, чтобы потом мы могли на разворот уйти. Так, цепляем пока. Так. Неплохо, неплохо вышло. Отлично. И у нас почти 400 тысяч. Здорово. Так, проезжаем теперь насквозь.
Так, ну что, ребята, вот такая была серия. Заработали сегодня хорошую сумму. Так, даже мы можем посмотреть, да, сколько у нас. Молока на 127 тысяч продали, ну и на 232 тысячи мы продали, скажем так, нашу ткань, да? Неплохо. На этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи, всем пока.